Казанском федеральном университете с 4 по 6 апреля проходит 11-я ежегодная студенческая конференция «Точка зрения». Работа конференции проходит по нескольким направлениям, но лейтмотивом стала тема студенческого актива. В рамках конференции 6 апреля на базе Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялось ток-шоу «Активное студенчество. Если жизнь после вуза». Ну, если говорить о активной деятельности студенческой, то, наверное, мне кажется, уже стоит задуматься Министерству образования нашей страны о включении, может быть, даже на первом курсе сразу каких-то, может быть, факультативных занятий по тайм-менеджменту, именно для того, чтобы ребята, приходя из школы, когда мы понимаем, что там немного другая среда, они попадают в вузы, где много возможностей, много различных организаций, где можно себя развивать, как-то показать и не забывать еще про учебу. Студенческая жизнь – это не только учеба, но и большие возможности для активных студентов. Но встает вопрос, как все успеть? Именно поэтому лидеры студенческого самоуправления обсуждают возможность ввести в учебные планы новый предмет – тайм-менеджмент. Напомним, что продлится студенческая конференция до 6 апреля. Влада Антонова, Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.